которые пришли со своими родителями. Выступление тату превзошло все ожидаемые результаты. Энергетики этих девчонок может только позавидовать. Публика просто взорвалась. Это тебе не Япония. Девчонки, каково вам выступать в России, в частности в Питере? Отлично. Ну, вы знаете, на самом деле публика немножко разная. Все-таки в России, я думаю, что она такая более какая-то такая... Более живая, более сумасшедшая, да. А за границей они больше все-таки, я думаю, слушают и смотрят, нежели как бы колбасятся.